Отремонтировать фасад, поменять крыши, привести в порядок дворы и озеленить территорию. Это все нужно успеть сделать до начала нового учебного года. В капитальном и косметическом ремонте ежегодно нуждаются десятки школ и детских садов курорта. На эти цели в 2015-м выделено 100 миллионов рублей. Однако помимо ремонта, потребностей у школ и садиков гораздо больше. И выделенных средств зачастую не хватает. Поэтому по инициативе главы города 5 лет назад была возрождена практика шефства. Мы обратились опять за помощью к социально ответственным нашим партнерам, к шефам, и нам помогают делать ремонты. Иногда они не столь значительны, но очень для нас необходимы. Это ремонты групповых помещений, классных комнат, коридоров. Иногда они действительно значимы и финансово очень весомы. Это ремонты фасадов, кровель. В 2014 году шефские организации потратили на ремонт и благоустройство школ и детских садов 205 миллионов рублей. В этом году помощь не меньше. Например, в детском саду номер 82 в центральном районе благодаря помощи шефов был обновлен фасад. А ведь внешняя часть здания не ремонтировалась полвека. Долгожданное обновление пришлось по душе и детям, и взрослым. Частично фасад был нарушен очень сильно, поэтому вначале восстанавливали фасад. И только после того, как восстановили, уже была произведена покраска. Мы выражаем искреннюю благодарность, потому что проделана огромная работа. В этом детском саду осталось нанести последние штрихи в идеальный облик здания. Кстати, большая часть образовательных учреждений курорта уже готова принять детей. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.